Всем привет, чуваки. Короче, приехали мы на Алексеевку, ждали Ушака минут 10, решили ехать на спот, на гетто. В итоге Мекас решил попробовать гостфибл, сейчас покажу где. Ну, короче, он хотел или подбиться пегой и запрыгнуть, или гостфибл по вот такой вот штуке, острой плитке. И сейчас я покажу, что случилось с покрышкой. Не делайте фиблы, гостфиблы и подбионы пегами об такую херню. Короче, сейчас расскажем лайфхак, как избавиться от этой проблемы. Ну, наверное, расскажем. Еще не точно. Нам понадобится вот такая вот бутылка, любая пластиковая. Вырезаем вот такую вот латочку. Эдичек, спасибо большое, братик. Следующее. Надо зачистить вот такие вот острые углы, чтобы не порезать... Мне кажется, это знак, что мне сегодня нельзя кататься. Не порезать... камеру. Вот есть. Такой вот макаром можно зачистить эту штуку. Короче, у нас тут шиномонтаж на выезде, да? Выехали кататься, пацаны. Пока Ушака ждали, Мекас натворил чудо. Случилось непоправимое. Высунь пальчик. Оп! Короче, нет, дальше не могу. Дырка сильная. Теперь Мекасу не будет дома скучно одному. Сюда, короче. В итоге пластиковую штучку мы подставляем вот сюда. Вот так делаем, ребятки. Оп. Чиназис. Сейчас накачаем и посмотрим, что из этого выйдет лайфхака. А крышки, блядь. Одиссей выдерживают. Конечно, только пробитие. Стрит в Калифорнии. В Харькове, пацаны, нет. Чем, блядь, пока? Блядь. Так, надо наклеить стикерок. Войная. Оп. Ну вроде бы. Так как новое. Ну, почти, да. Даже не вылазит нигде. Ну, лайфхак применили какой. Короче, все. Лайфхак действует. Так что пользуйтесь, пацаны. Пока батя вам рассказывает. Короче, наконец-то мы выдвинулись на спот. И надеюсь, мы сейчас нормально доедем туда и покатаемся. Потому что погода сегодня не айс. Я надеюсь, там не будет мокро. Короче, спот не так-то просто найти. Мы тут блуждаем. Подожди, Ушаков. Ты долбоеб, объясни. Я понял тебя. Короче, мы тут блуждаем по коттеджам мажорным и никак не можем найти этот спот. В итоге перед нами такой забор образовался. Ну, нет преград, которые мы не смогли бы преодолеть. Ушак сейчас шиферину сломает. Ну давай, подавайте уже. Ты, сука, рагулито, я же говорю, давай я перелезу. Короче, вот таким вот способом мы перебираемся. Ты пальцами нахуй. Ой! Стой, бери руку. Так, первый пошел. Два дурака на заборе. Картина маслом, блядь. Принимай. Сейчас. Вот, Мекас умный, видишь? Лучше покатались бы на хотобе. Да, Эдик? Да, лучше бы я вообще дома, наверное, остался, похавал бы, поспал бы и все, книжку почитал бы. А что Ушак делает? Я палку отбиваю. Я не понимаю. Он просто сел и сидит. Дайте ему силу. Там мужик на велике едет, как он туда проник? Давай! Мы просто не сюда повернули. Наконец-то мы добрались до этого спота. Спот прикольный, бетонный. Сейчас будем делать тут вещи. Оп. Плохо, что покрытие не особо приятное. Проблема спота – наличие грязи. Короче, мы сюда приехали не по погоде просто. Я говорю, надо, блядь, по лету было сюда приезжать. Да, летом было бы классно тут. Просто сухо, охуенно. И все. Сухо и охуенно.
охуенно. На этом конец. Лохи приехали. Так, к нам присоединились ребятки наши, приехали на тачке, да ты шо, Рань? Цыганский движ намечается. Теперь будем под музычку тут кататься. Росток. Фу, наконец-то мы выехали с этих чигирей вонючих. Путь был длинным. Мы решили взять по баночке Рева. Нет, это я себе. А, да? Ну, конечно. Ну, каждый по три баночки разных вкусов. Тут вкусовой такой ассортимент есть вообще жесткий. Довольно-таки хороший. Короче, не знаю, наверное, покатим в центр. Там моросит у нас на улице. Погода не айс. Ну, что ты тут ходишь? Давай брать. Ну, короче, сейчас будем булочки побывать. Чуваки, короче, чудо-маркет – это топ. 4 булки за 27 гривен. В Кулинчах, сука, 2 булки 20-ку стоят, самых дешманских. Это кэшбэк такой жизненный. Жизненный кэшбэк. Вы такой получаете? А, сука, вороны, блядь, позаседали тут. Ворот, сам ты ворона. И не. Короче, перебрались мы уже в центр с пацанами. Встретили тут бригаду пацанов, тут Юрец приехал, Эдик, Антик, так что мы тут сейчас по стриту разваливаем споты. Прикольный трюк, чувак, раньше не делал. Цыганская свадьба, блядь!